волнение, честно говоря. Первый раз мурашки бежали прямо от начала до конца. Великолепный концерт, просто вот мастер своего дела, конечно. И очень любит свое творчество, потому что как бы все это без нот, эмоционально очень. Нам очень понравилось. Без нот играли. Только эмоции получили, мы не ожидали. Я вот да могу сказать, что мы когда шли на концерт, мы не ожидали, что будет у нас такой чувственный, просто знаете, фонтан. Да, вот мы в полном восторге от его исполнения, от того, какой у него контакт со зрителем, со слушателем, ну невероятный, просто виртуоз. Вот иначе просто не я. Я считаю, что просто виртуоз. Когда было соло для ног, да, это... Так, здесь, погоди. Да, обычно это... никто этого не делал, потому что это очень сложно. Вот я была не на одном концерте здесь, это, никто не делает этого. Это только человек делает, который уверен в себе. Уверен, да, на все 100%. Это нереальная, конечно, была техника. Вот, и мы очень рады, что мы посетили этот концерт и еще хотели бы знать, где еще можно его услышать и увидеть. Мы теперь стали просто фанатами этого человека. Великолепное исполнение, великолепная подобранная музыка. Получили большое удовольствие. Спасибо за... В Москве сегодня настоящая пурга. Завалила абсолютно все. Мой поезд опоздал на 2.5 часа. Я уже опаздываю на свою репетицию в Доме музыки. Не знаю, как сейчас успею сделать регистровку. Дом музыки уже почти завалило. И Шостаковича завалило. Снова в Москве органный зал оформлен в стиле летающей тарелки. Я нахожусь в Международном доме музыки. Здесь супермодерн. Металлические конструкции, выведенные наружу в стиле Le Corbusier. Эскалаторы внутри. Много воздуха, пространства, стекла и металла. Самого низкочастотного органа России. Здесь даже на первом мануале есть регистр 32 фута. 16, 16, 16. Здесь есть 32. Унтерзац, принципал бас. И самый низкий тембр органа. Вокс балена. Это голос кита. Попробуем включить его. Конечно, ни один микрофон такой тембр не способен передать. Thank you.
Смотрите, как работает система настройки удаленно. Органный мастер находится внутри органа, где-то на четвертом этаже. А специальное устройство нажимает на клавиши здесь внизу, и ассистент не требуется. Называется устройство «Аргамат». Фута язычковый. Ну и 32 фута принципал бас. Красота. Еще один интересный тембр. И сегодня вечером мне обещали подключить розигноль, это соловей. Для того, чтобы он начал звучать, нужно специальную емкость налить воды. Замечательный орган от консорциума Glatter Götz и Kleiss. Инструмент с 4 клавиатурами. В Международном доме музыки это самый мощный низкочастотный орган для моей программы «От барокко до рока». Здесь, прямо рядом с фасадными трубами органа, есть также зрительские места. К сожалению, здесь не видно органиста, зато слушатели сидят рядом с самыми большими трубами этого инструмента. Это трубы 32-футового регистра. Вы слышите, только что включили регистр розигноль, соловей. Горизонтально подвешенные трубы органа Московского дома музыки – это регистр шамады, которые буквально направлены в зрителей. Оглушающий тембр буду использовать в пьесе «Баба-Яга». Места, как в Мариинке, галерка, без спинок, ручек, просто скамейки на самом верху Международного дома музыки в Светлановском зале. Вот это светильники из стеклянных лоскутков. Да, картой. Угу. Спасибо. Так выглядит столовка МДМ. Сейчас проинспектируем еду. Что у нас на сегодня? Гуляш из баранины, цветная капуста в панировке из яйца, зеленый чай с сахаром, ватрушка, куриный суп. На верхнем ярусе есть выход на террасу. Открытое пространство с видом на Москва-реку. Делаю традиционный обзор артистического Международного дома музыки. Мой артистический номер 701. Так. Пианино Steinway. Портрет Чайковского. Приятно. Шкаф огромный. Вешалок много. Диван длинный. Можно в полный рост перед концертом вздремнуть. Зеркало в полный рост есть. Светонепроницаемые шторы, если нужно отдохнуть после перелета днем. Вид из гримерки.
на Москва-реку. Дорогие друзья, большое спасибо, что этот вечер провели с Международным домом музыки, с органной музыкой и с нашим творчеством. Хочу пригласить всех оставить свои комментарии на официальном сайте Международного дома музыки, а также на моей личной страничке ВКонтакте, предложить, что еще можно исполнить на органе из того, что вы бы хотели услышать. С вами был Тимур Халиуллин, Максим Саня. До новых встреч. Спасибо. Улетаю в Сибирь. Такой концерт ожидается, сразу две программы. И обе разные, обе интересные. Друзья, всем привет из Сибири. Я нахожусь в Красноярске у органного зала, который здесь располагается, прямо в здании действующей католической церкви. Всем привет с Енисея. Я сейчас в районе речного вокзала. Здесь река совсем не замерзла и очень быстрое течение. А это, кстати, самый известный мост, который нарисован на купюре 100 рублей. В Красноярске сейчас 14 градусов мороза, идет снег.